Находимся в установочном центре автокаста. К нам заехал вот такой замечательный автомобиль. Это Lada Niva. Был произведен разбор салона. Будет шумовиброизоляция. Расскажу, какими материалами чуть попозже. Данный усилитель уже в Россию не поставляется. Его трудно будет найти. Но он реально хай-фай класса. То есть на Ниву устанавливается 9-дюймовое головное устройство. Они представили новую шумовиброизоляцию. Вот RSL. То есть это система, где есть гранулы. То есть 6-миллиметровая. И есть 4-миллиметровая. Полная шума, виброизоляция будет. Сабвуфер 12 дюймов. Это будет играть намного интереснее. Автомобиль будет сделан за 2 дня. И, соответственно, сделаем прослушку, чтобы вы послушали. Все. Ну что, друзья, вот 3 трека послушали. Думаю, что... Ну, видео не передаст, конечно, тот звук, но вы все равно поймете. Держу уральскую пятерочку да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. Друзья, в уральскую пятерку. Находимся в установочном центре автокаста. К нам заехал вот такой замечательный автомобиль. Это Lada Niva. Начались работы по данному автомобилю. То есть был произведен разбор салона. Будет шумовиброизоляция. Расскажу, какими материалами чуть попозже. А сейчас вам хочу представить. Это вот крутой такой усилитель от компании EOS. Это двухканальный усилитель, который у нас пойдет на акустику. Данный усилитель уже в Россию не поставляется. Его трудно будет найти. Но он реально... хай-фай класса, будет просто от него играть вот так акустика. Усилитель сейчас уберем. Акустика будет от компании BLAM, серия Relax 165RX. То есть это компонентка, которая у нас будет устанавливаться в подиумы и играть от данного усилителя EOS. Вот такую сборку мы сделали, звук будет просто шикарный. Дальше пойдем. Самое главное в автомобиле — это у нас головное устройство. Головное устройство было подобрано, оно уже смонтировано ребятами в рамочку. То есть на Ниву устанавливается 9-дюймовое головное устройство через проставочную рамку. То есть это у нас будет CC3, топовая магнитола в линейке TS 6128. Здесь у нас имеется процессор. Этот процессор у нас настройщик Владимир настраивает. Так что мы производим настройку всех автомобилей, которые у нас в установочном центре. Ну и не только. Вы можете связаться с Владимиром, договориться и за отдельную плату у него настроить. Такая реклама Владимира. Вот, смотрите, ребят, дальше поехали. Дальше я расскажу про материалы, какими мы клеим. В данный момент вообще наша компания идет вперед. Мы стараемся следить за новинками, за разработками. Мы работаем плотно с компанией СТП. Другие материалы при обработке виброизоляции автомобиля, шумоизоляции, не используем. Только СТП. Почему? Потому что это вот реально передовой производитель шумовиброизоляции на рынке России. Не буду открывать секреты, но почти все... разработчики шумовиброизоляции или производители размещают те или иные производства той или иной шумовиброизоляции у них на линии. Кто это, вы можете найти в интернете. Все, углубляться не будем. Смотрите, они представили новую шумовиброизоляцию, вот, RSL. То есть это система, где есть гранулы. То есть 6-миллиметровая и есть 4-миллиметровая. Полная шумовиброизоляция будет. Двери ребята уже проклеили. Сейчас был разобран пол. Все отпылесосили. Будет обезжириваться все для того, чтобы адгезия вот этот шумовиброизоляции с металлом была полностью. И чтобы это все работало. А она работает. Мы уже сделали один автомобиль полностью такой шумкой. Вернее, виброй. Это BMW X4. Владелец просто офигел. Теперь у него его слова. Сейчас я вам дословно скажу, что стало полностью в автомобиле прям премиум-премиум или даже люкс-класс, но теперь он будет бронировать стекла. Потому что весь шум, акцент всего шума, который поступает в автомобиль извне, это стали стекла. Хотя у него двойной стеклопакет. Он сказал, буду делать бронь. Ну, это Дима, помнишь, Паш? Он вот так сказал. То есть, дословно его слова вам это привел, но у него был премиум-класс. Еще смотрите момент. Мы стараемся ценник держать актуальным. Сейчас, смотрю, компании начали повышать стоимость шумовиброизоляции, услуги, соответственно, и материала. Мы держим ценник на прежнем уровне, повышать не будем, будем стараться для вас делать все комфортно. Так, смотрите, ребят, сабвуфер 12 дюймов. Почему 12? Десятки ставим. Ну вот у меня стоит 2 десятки. Десятки надо побольше. Но с другой стороны тут Нива. Двенашку выбираем почти во все автомобили. Просто есть нюансы автомобилей, где, допустим, в стелс нельзя установить двенашку. Потому что не позволяет место. Это как вот стоит у нас Спортэш, туда также был сделан стелс. Но там двенашку нельзя сделать, а ввиду конструктивных особенностей автомобиля. Где можно двенашку, всем рекомендуем. 12-й сабвуфер по деньгам тоже, но это будет играть намного интереснее. Сабвуфер выбрали от компании Dynamic State.
PSW 300S. Запитываться будет от моноблока Pride Uno Plus. У Pride вообще очень большая линейка усилителей. Данные усилители мы повседневно, повсеместно используем в автомобилях. Они имеют также небольшой размер, что его можно разместить, и он не будет занимать какое-то место и где-то мешать, потому что Нива здесь будет еще доработки. Это люстра вешаться, ФСО вешаться. То есть машина для каких-то походных условий, рыбалки, охоты, еще чего-то. Человек будет использоваться. И поэтому мы занимаем, ну, стараемся сделать так, чтобы всякое вот это доп. Оборудование не занимало место и не препятствовало спокойному там разложить лодку, мотор и все остальное. Но это тоже такие нюансы, это уже владелец будет использовать. Но мы сделаем так, чтобы было вот круто. Ну все, на данном этапе, ребята, я вам рассказал про компоненты, которые будут использоваться. Работы по данному автомобилю идут. Автомобиль будет сделан за 2 дня. По готовности автомобиля обязательно будет концовочка ролика, где вы увидите, как это все установлено. И, соответственно, сделаем прослушку, чтобы вы послушали. Так что, смотрите. Мое почтение. Друзья, уральскую пятерку вам, потому что это продолжение такое, немного с перерывом видео получилось, ну, в плане съемок. Ну, поехали, смотрите, мы про данную Ниву сняли, рассказали про фронт, что мы установили на фронт. К нам пришел или мы получили короб стелс. Реально, парни даже с установочного центра говорят, этот короб стелс в Ниве играет просто шикарно. Усилительно это все дело. Теперь мы с Павлом покажем вам, как это все стоит в багажнике и, соответственно, обязательно послушаем. Послушать это вот прям нужно сделать. Смотрим, да, стелс у нас ставится в правое крыло. Это у нас вот на Ниве трехдверки. Есть еще вот Шевроле Нива. Там еще у нас Нива стоит. У нас это неделя Нив, 5 Нив на установку сигнализации, музыки и всего остального. Так, поехали. Правое крыло ставится, если мы смотрим, да, с багажника. Все, карпет вот подштатный, все подходит. Классно все выполнено. Не занимает места, осталось место в багажнике для того, чтобы, ну, Ниву явно не берут для покатушек и все, тем более собственники автомобиля, дядьки взрослые. Явно она будет использоваться для чего-то, охоты, рыбалки, остального. То есть места в автомобиле достаточно. Сабвуфер от компании Dynamic State. Про серии. Усилители мы вам говорили. Ну и данный сабвуфер играет от усилителя Pride Uno Plus. Что тут еще по багажнику сказать? Больше сказать нечего. Будем слушать. Так, друзья, тут еще был список пожеланий клиента. Мы их учли, сделали, как он хотел. То есть, первое, это что скажу и покажу, это про включение магнитолы. То есть, человеку принудительно, ну, даже не принудительно, ему важно было, чтобы магнитола выключалась и включалась кнопки. То есть, вот такую кнопку теперь вставили, кнопку, да, мелодию сюда все провели, и теперь у нас с данной кнопки включается магнитола TS. Рационально это, нерационально, клиенту надо, мы сделали. Конечно, выключил зажигание, магнитола погасла, включил зажигание, магнитола включилась. Ну, клиент так захотел. Плюсом еще этот установили скрыто кнопки для включения переднего, заднего прожектора. Ему надо было их спрятать, чтобы их не было видно. Тоже клиента пожелание. Все, теперь поехали, будем слушать. Владимир, нарубай нам какие треки сейчас. Современные треки, Вовка, включи нам. Увлекся автозвуком и не знаешь, с чего начать? Посмотрел кучу видосиков, поездил на соревнования, но ничего не понятно? На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заполняйте форму на сайте, мы вам позвоним и сделаем очень классный подбор автозвука именно ваш бюджет. Лучший подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Так, ну все, друзья, что, послушаем пару треков. Думаю, вам понятно станет, как это звучит. Вова, багажник закрыл. Somebody like you.
to treat me like a child. No, I've been racking up the miles. They may say that I'm a stranger. Well, I know the smell of danger, 'cause I'm a little bit dangerous. You should know that I ain't scared of much. I'm a little bit dangerous. I'm a little bit crazy. Oh, can you blame me? Don't you treat me like a baby. Все. Ну что, друзья, вот три трека послушали. Думаю, что, ну, видео не передаст, конечно, тот звук, но вы все равно поймете звучание, которое преобладает. Сабвуфер слышно, акустика играет. Ну и что хочется отметить, это, конечно же, играет десятки раз лучше, нежели там штатно, в каких-то штатных местах, если тут музыка стоит. Ну и сабвуфер это, конечно, дает свою вместимость. Так что всем желаю классной музыки в автомобиле. Устанавливайте, покупайте, приезжайте к нам устанавливать, сами устанавливайте, подскажем, поможем. Все. Ну, чтобы в дороге вас радовала просто ваша любимая музыка на хорошей громкости, прям с офигенным качеством звучания. Ну, а кому громко надо, в этом мы профессионалы. Все, всем пятерку.